Приключения Пушинки. Возвращение. Блин, вот мне не хватает. Точно! Я же Пушинку продала! Что я не делала? Надо снова позвонить на тот сайт и забрать ее опять. Так. Телефон. Алло, я хочу вернуть Пушинку. Хорошо. Ждите. Ура! Открыто. Пусиночка вернулась. Привет, хозяйка. Видите, меня приделя. Вы хотите вернуть котика? Да, я хочу вернуть свою пусинку. Хорошо. Удачи. До свидания. Знаете, он проклят. А давай куда-то поедем на заброшку какую-то. Ты опять гуляешься со мной? Ты такая веселая. А ты меня больше никогда не продашь. Нет. То, что я... Ты мне надоел, ты мне начал... Мне нравится сидеть вообще дома. Потом мне стало скучно без тебя. Ну ладно, пошли на заброшку. Давайте пока... уже едем. Заправляем машину и поехали. Поехали. Ура! Блин. Кого-то мне не хватает. Точно, я же Пушинку продала.